Так, поехали, гоночка. Опа, сейчас мы попробуем на этой машинке-то доехать. Идеальный старт у нас есть. О, играем мы, получается, на пляже. Ё-моё, на пляже. Ну ладно. Сейчас попробуем мы быстро-быстро доехать. Карту каждый раз они меняют. Ай, все эти баночки у меня вылетели. Ни одной банки нет. Ну это плохо, конечно. Так, итого 29. Так, заходим в гараж. Давайте поменяем сюда вот эту вот. Новую. Ах, идеального старта не было. Это очень плохо. Идеальный старт, он всегда такой полезный. О, нет, смотри. Блин, хорошо, что они немножко какие-то примагниченные, что ли. Баночки. Так. Вот у меня с этим турбо. Получится или нет? Вопрос у меня. О, нет! Не финишировал. Меняем машинку нафиг. Не хочу эту машинку. Давай. Давай попробуем свое раллийное авто. Так, тоже без идеального старта, ну не страшно. Так, отлично. Ой-ой-ой, блин, все выпали у меня. Баночки эти. Лучше вообще без банок ездить. Эти банки мне только мешают, но потом под колеса попадаются. Да, рекорд улучшился. И давай возьмем, знаешь, какую машинку? Например, вот эту, спортивный автомобильчик. Вот, идеальный старт. Поехали. Ай, банки все. Так, только 3 баночки осталось у меня. С горохом. Или это бобы с бобами? Ну, фасоль. Фасоль, наверное. Баночки везем. Ничего не привезем, короче. Ладно. Вот, финиш. Сколько у нас? О, даже лучше рекорд побили. Круто. Так, 25 секунд. Навряд ли мы успеем, конечно. Да вот эти баночки дают какие-то награды, если я попытаюсь. А, да что уже, одна баночка осталась. Ладно, одну баночку сейчас попробую привезти. А, нет, все, время уже закончится сейчас. Да, не доехали. А не доехали мы совсем чуть-чуть. Опа, а это будет считаться, что мы доехали или нет, интересно. Так, ну что, 18? Вы серьезно? 18? Давай. Еще раз попробуем. Что так мало? 18, блин. Я хотя бы штаны хочу выиграть. Ладно, уже смокинг. Смокинг нереально поднять. А вот штанишки я все-таки, ребятушки, попробую выиграть. Здесь будут штаны у меня хотя бы. Так, финишировали. Итого, что за превышение времени? А что за... В смысле, какое превышение времени? Так, давай меняем тачку, другую ставим. Вот свою основную раллийное авто. Все, идеальный старт. С идеальным стартом мы должны, ребята. Все-таки... О, все, бензин взяли, да. Сейчас попробуем доехать. Давай, 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 быстрей. Так, да, 19. Еще раз пробуем на этой же машинке. Второй раз, я уже не буду притормаживать. О, какой он чувак, смотри, на мотоцикле. Очень быстрый. А, бензин не взяли, да, что, серьезно? Мы не взяли бензин. Алло. О. Под самый конец, конечно, у нас с минусом. А, нет, новый рекорд даже. Давай еще раз пробуем. Только сейчас нужно будет бензинчик не пропускать. О, поехали. Все, бензин взяли. Ай-яй-яй.
все баночки эти у нас попадали. Ну, ах ты, смотри. Да что ж ты будешь делать? Может, потому что мы фасоли тут роняем. А как другие едут? Мне кажется, вообще они пустые все едут. Им по барабану это фасоль. Или суп это какой-то, мы видим, баночка. Ну, давай. Да, видишь, фасоли больше. Так, ладно, идеальный старт. Ну, а так как мы не доедем, мы просто попробуем. Посмотрим. Не, ну фасоль вообще конкретно теряется, поэтому... Смысла нет, не было там особо. С этой фасолью... Еще машинка... Ава! Перевернулась. Так, итого. Получаем внешность. Ну, давай заберем такой вечерний костюм. Так, давай, значит, мы этого чувака своего переоденем. Такой вот костюмчик оденем. Так, рубашечку какую. Так, а вот, смотри, у нас есть рубашка интересная. Все. Готов. А внешний вид мы машинки тоже можем поменять. Просто синенький. Красненький. Вот так вот. Все, поехали на горный кубок. Турбоускорителем. Оу, да ну нафиг, ребята. И это у меня прокачанная тачка. Прокачал я. Конкретно причем. Движок. Она мне вот такие карусели показывает. Мне еще один раз прокачать двигатель, и у меня будет максималочка. Так, ну, смотри, все равно я первый еду. Первый-то я приехал. Сейчас попробуем побить рекорд. Ага, бензин. Бензинчик, спасибо. О нет, опять вот эта вот штука моя нелюбимая. О, проехали. Нормально. Да, первое место. Никто не смог. Так же, как я. Первосходно, первое место занял. Так, 3 часа остается у нас. Так, болотистая дорога. Давай попробуем на болотистой дороге. Идеальнейший старт у нас. Так. А, бензин, если бы... А ну-ка, успеваем мы до бензина? Есть, взяли бензинчик. Отправляемся дальше. А, смотри, быстрее. Кто первый? Я первый был. Так, пока второе место мне светит. А почему второе место, не первое было вначале? Знаешь, они там как-то еще секунды считают. Вот он, эти 3 секунды, кто быстрее, кто медленнее. Так, а тот чувак что, уже уехал так быстро, нифига себе. Пока что у нас только второе место. Если я первый сейчас приеду, то может быть и первый. Хотя навряд ли. О нет, зачем я сюда поехал наверх? Бедняга, короче, всегда надо снизу ехать. Прям... Ну, давай. А, бензин закончится. Чё, реально? Еще больше не будет у меня тут бензинчика. А где я пропустил бензинчик? О, так. Блин. Второе место. Ну, поехали. Так, ну что ж, у нас получается, идет, нужно заработать больше очков. А, давайте попробуем. Так, на тракторе поедем. Опа! Давай.
Так, тракторок у меня хоть и не особо прокачанный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо было не трактор выбирать, что-нибудь другое тогда. Ай-яй-яй, спадываем вниз. Закончено. Так, 205 баллов получаем. Чем больше вы находитесь в воздухе, тем лучше. Так, давайте выберем лихача. И на лихаче мы сейчас попробуем. Ох ты, перегрев пошел. А, вообще нужно в воздухе, значит. Получается, постоянно в воздухе быть. Ладно. Сейчас попробуем. Сколько у нас тут? Ага, да. Это вообще мало воздуха, чувак. Так, сколько у меня там воздуха? О, сколько получается у меня? Счет 1000. 1000. Попрыгунчик. Для попрыгунчика мы давайте вот этот возьмем. Будем прыгать на грузовике. Попрыгунчик, попрыгунчик. Так, нам... Ах, нельзя, нельзя оставаться нам... Давай, 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 еще, еще, прыгай, прыгай, попрыгунчик, еще немножко. Блин, закончил. 1200 получили всего лишь. Ой, подъем в гору. Давай выберем вот этот транспорт. Так, 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 так. Давай, давай. Сможем ли мы в гору забраться или нет на этом раллийном автомобильчике? А, это не раллийный, это у меня гоночный. Блин, надо его прокачивать, гоночный. Да. Надо еще как можно быстрее, наверное, забраться. Ух ты, бензин закончился. А где бензинчик? Давай, 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 до бензинчика, давай. Ну все, не доехали мы. Ладно, мы его прокачаем, этот гоночный болид. Да. Сколько я набрал тут? Ну, немножко, 5000. Ну, все равно хорошо.